Очнулись, Джефф. В следующий раз придется взять транквилизатор посильнее. Не плачьте. С моей помощью ваша жизнь приобрела смысл. Вы стали подопытным кроликом в эксперименте, который вам не дано понять. Не с места, полиция! Не двигайся! Подними голову! И свои грязные лапы! Вам предстоит сделать выбор. Через 20 секунд жизнь этого человека оборвется. Заткнись, хватит. Отключи эту штуку. Зик, отключи ее, а я уложу этого ублюдка. Пошел. Как ее отключить? Замок отомкнет лишь один ключ. Где он? В коробке. В коробке. Проклятие. Черт. Какой ключ? Какой ключ? Говори, какой ключ? Время уходит. Заткнись и ляг на пол, скотина! Что для вас важнее, офицер? Арестовать меня или спасти жизнь человека? Она на колени. Тэр, господи! Руки на голову. Тэр! Больная скотина. Да, я болен, офицер. Тэр, здесь слишком много ключей. И мне надоело, что болезнь съедает меня изнутри. А еще мне до смерти надоели люди, которые не ценят своего счастья. Которые смеются над страданиями других. Мне все это надоело. Дэв! Нет, нет, Дэв! Дэв, черт! Как ты? Дай посмотрю. Да, ну, она... Я скоро, хорошо? Я буду стрелять!